Добро пожаловать на канал Hardware Asset Info. Передо мной находится устройство Poco X4 Pro. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве включить навигацию с помощью трех кнопок, если вам, например, неудобна жестовая навигация. Итак, для этого мы переходим в настройки. Далее мы проходим вниз до расширенных настроек. И здесь мы выбираем безграничный экран и выбираем просто кнопочки. Также мы можем потом поменять кнопки местами, например, а можем не менять. И все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.